собрались. Мы сегодня здесь, да? Долго собирались, долго готовились. Кирилл, как ты думаешь, почему ты здесь, а не кто-нибудь другой? Ну, хотелось бы верить, что потому что я очень перспективный спортсмен, но я знаю правду, что дело в прическе. Общественность так бурно обсуждает именно твой имидж на ковре. Особенности вот твоей разноцветной борцовки. Кстати, к этому расскажу сразу одну интересную историю. Если ты помнишь, в Владикавказе ты отборолся с турком, здесь очень чемпионом мира, очень быстро выиграл, я выключил трансляцию. Проходит пару минут буквально, и сразу мне звонок прилетает. Мирза, как дела? Нормально. Слушай, а что у вас там, все так плохо? Я говорю, в плане все так плохо. Что вы не можете борцам выдать борцовки одного цвета? Как бы потом я созванивался с Кириллом, как бы он мне рассказывает интересную историю, я не буду рассказывать ответ, который он там давал. Оставим, думаю, эту тему на попозже, да, Василиса? Оставим. Да. Но вообще думаю, будет интересно сегодня. Вот узнаваемость твоя как спортсмена, как личность на улице велика или редко узнают? Наверное, последние года полтора. Я даже не знаю, с чем это связано, но люди узнают чаще. Не знаю, как узнают, стали чаще подходить. Стали подходить, очень приятно, очень много молодежи, плюс-минус моих ровесников. Очень часто это случается в какой-то неформальной обстановке. У нас очень напряженный график, и когда получается куда-то выбраться, там, или с женой, или с друзьями, вот именно это может быть там уже не по режиму, это уже может быть там в 12 часов ночи, вот обязательно меня кто-то увидит, обязательно ко мне кто-то подойдет, со мной поздоровается, типа, блин, типа, чувак, я там за тобой слежу, оказывается, ты там, типа, ну, тоже можешь, типа, где-то отдыхать. И какие тебе вопросы вот задают? Просто познакомиться или что-то интересуется, или там потусить хотят, потанцевать, что? Просто вообще, я думаю, что люди так вот жестко очень представляют наш образ жизни, не знаю, это, ну, стереотип, который на 95%, наверное, совпадает с их мнением, но все мы люди, и надо давать себе разгрузку какую-то и отдохнуть, и время с любимыми проводить как-то относительно интересно. Просто могут спросить, как дела, какие старты, там, что получилось, что не получилось. Иногда помощь даже в такой обстановке предлагают. Мы недавно проводили опрос на улице, да, среди прохожих, и пришли к такому выводу, что борьба не очень-то у нас популярна на самом деле. Борьбу что-нибудь знаете? Не особо знаю, что есть такой вид спорта. Скажите, что вы знаете про борьбу? А какую борьбу именно? Борьбу как вид спорта. А, ну, наверное, там есть греко-римские и какие-то там еще. Скажи, а борьбу знаешь, такой вид спорта? Да, знаю. А каких-нибудь спортсменов, может, знаменитых? Ну, может быть, совсем чуть-чуть. Что вы знаете про борьбу? Про борьбу? Да. Какой вид борьбы именно? Вольная? Мы с борьбой. Ну, да. Не особо. А знаете такой вид спорта, как борьба? Ну да, слышала. Слышали? Да. Но не следите за нашими спортсменами. Ну, знаете, я спортом не очень увлекалась. Я всегда увлекалась искусством. А борьбу знаете как вид спорта? Ну, сын когда-то занимался. Какой борьбой? ММА. В 4-м классе ходил. На какую? Вольная. На вольную? Да. А каких спортсменов знаешь? Вот так и закончилась моя карьера. Сейчас не следишь? Нет, у меня сестра родилась и закончилась. Пришлось бороться с ней. Пришли к такому выводу, что не все люди даже знают, в принципе, о борьбе, а какие виды борьбы бывают, не говоря уже о конкретных спортсменах, да, о личностях. Я думаю, что в определенный круг людей интересуется борьбой и следит за ней. И я думаю, что в этом популяризация вида нашего вида спорта это задача всех спортсменов действующих, которые должны не только на соревнования как-то привлекать публику, а и вот показывать чуть свою жизнь, как-то заинтересовывать ее, друзьям своим больше как-то рассказывать про борьбу. Не знаю, вот я общаюсь со многими, с ребятами со многих видов спорта и искренне им пытаюсь как-то донести вот этот интерес, вкус борьбы. И я искренне верю, что им это нравится, потому что они, попробовав однажды, возвращаются вновь и вновь. Отличный пример — Лига храбрых, то есть у меня друзья в восторге на самом деле остались вот от финала. Кто из знаменитых спортсменов твои друзья? Илья Паласков, пятиборец. Он сейчас выступает, будет выступать на старте, сначала в Турции, потом в Венгрии. Так что вот, пользуясь случаем, пожелаем ему удачи. Удачи.
А с какими видами спорта, скажем так, ты дружишь больше всего? Там, друзья, знакомые, то есть с кем ты больше всего поддерживаешь связь? Ну, с раннего возраста, что вот у меня какой-то определенный круг общения, это вот определенные виды спорта. Это гребля, бокс, и вот сейчас вот я почти вклинюсь в пятиборье. А какая дисциплина пятиборья тебе больше всего сложно? Вот, сложно? Да? Для меня максимально необъяснимая дисциплина – конь. Это, то, ну, всегда вот хочу начать, никак не начну вот именно вот езду верхом. Ну, крутой вид спорта, во-первых. Все группы мышцы. В детстве катался на коне, вообще прям советую. А в чем интерес этого вида спорта, что он непредсказуем. То есть тебя конь может просто не подпустить тебе, сказать, дружок, отдыхай, ты сегодня не на пьедестале. Например, я недавно задумалась, у меня, кстати, Александр Григорьевич Козовский спросил, ну вот, мы там жалуемся на борьбу, что ее не узнают, а вот ты, Василиса, сама футболисты, вот сейчас наши вернулись с чемпионата мира, заняли 4-е место. Ты знаешь их фамилии? Вот ты знаешь? Честно, нет. Работаю с массажистом этой команды. Я следил за ними на играх стран. Забыл фамилию. Вот чувака, который лучший бомбардир сейчас стал чемпионата мира. Бриштель. Василиса. Ты выучила перед подкастом, правильно? Все это? Хочу отметить, что в этом опросе, который мы делали, мэтров старой школы узнавали. А про борьбу что-нибудь знаете? Вольную, либо греко-римскую знаем, да. О, класс. А каких-нибудь спортсменов, может, назовете? К сожалению, кроме Александра Медведя, наверное, не знаю. А, например, таких спортсменов, как Александр Медведь, наверное, знают все, нет? Ну, конечно. У меня брат борьбой занимался. А борцов каких-нибудь знаете? Не знаю, может. Борцы. Борцы, ну, российские, советские, Карелин, Ярыгин. Кирилл, вот скажи, пожалуйста, вот у тебя есть кумиры или были у тебя кумиры, может быть, здесь были кумиры? И еще такой вот тагун к тебе вопрос задам. Как ты считаешь, на сегодняшний день ты можешь быть кумиром уже для детей? Наверное, начну с того, что я начал заниматься спортом в 2008 году. Я из Борисова. И я пришел в Борисовскую из Дюшор на волне хайпа Андрея Рямного. Он пару месяцев до этого выиграл Олимпийские игры. То есть, ну и там, ну, весь город гордился, весь город знал. Я думаю, даже Батэ на какой-то момент ушел на второй план. И я, идя в спортшколу, не дошел до зала тяжелой атлетики, я остановился в зале борьбы, где меня познакомили со второй борцовской фамилией, которую я узнал. Первая была фамилия Карелин, а вторая фамилия была Семенов. Семенов. Михаил Владимирович Семенов на той же Олимпиаде с Аряновым завоевал бронзовую медаль. Я не скажу, что это мои кумиры, но мне с детства вот какая-то была гордость именно за земляков какая-то. Мне очень было приятно, когда старшие товарищи, это Элбек Тажиев и Виктор Михайлович Шиновский, который сейчас главный тренер у нас, перевозил в родной зал медали, показывал нам эти медали. Вот говоря, кстати, вот о Борисовском зале ты начал, да, вот, в который ты пошел, где начал заниматься борьбой. Вот помнишь, мы проводили там мастер-класс как-то, и меня вот очень так зацепила история, то, что вы там по залу развесили именно портреты всех тех спортсменов, титулованных, выходцев с этого зала. То есть уже ребенок, приходя в зал, по сути, он как бы видит ребят, которые выше также с этого же зала, видит, на кого можно равняться. То есть, как бы, я думаю, что немножко, наверное, этой истории нам не хватает именно по республике. Как думаешь, насколько это важно вообще? Очень важно. И прям это такая конкретно у каждого зала своя история. И дети, начиная интересоваться историей своего зала, постепенно переходят на историю региона какого-то, потом страны, потом начинают интересоваться вообще масштабно каким-то видом спорта. Ну, мега важно, и это надо отдать дань моему тренеру первому, Ажигу Олегу Ахматхановичу, это его идея, и прям все дети со всех отделений знают меня, и появилась проблема, и в том числе и сегодня. Я пришел на тренировку, я пришел за 5 минут, мне надо быстро переодеться, потому что тоже есть санкции, если ты не успел встать в строй вовремя.
и я устал здороваться. Это просто ужас. Они начинают. Они, я не знаю, откуда они берутся. Не было столько людей на тренировке, сколько ко мне подошло поздороваться. Ой, мне кажется, это классно. Еще знаешь почему? Потому что все-таки из таких бывает из глубинок даже, хотя Борисов это далеко не глубинка, да, важно, чтобы дети понимали, что я здесь, в этом же зале, тоже могу вырасти при таких же условиях. То есть Кирилл не вырос в каких-то там парниковых условиях, его поливали там суперфудами, да. Тот же тренерский штаб. Да, да. То есть ты считаешь, что кумир это какое-то, ну, как бы божество, а ты не за эту тему, да? Ну, или как? Мне не нравится, наверное, такое сравнение. Я думаю, что я тоже для детей не кумир. Почему? Какой-то. Ну, это мое видение. Я не знаю, надо у детей конкретно спрашивать. Но я думаю, что я как-то влияю. И в том числе в нашей стране, именно на развитие вида спорта, дети, наверное, смотрят. Даже вот эти борцовки, они привлекают лишнее внимание какое-то. И вот даже вот сегодня я смотрел на трансляцию, первенство республики до 20 лет, парень из Гродно, я его знаю, тоже в разных борцовках вышел. А может, ты для него кумир? Может быть, и для него кумир. Ну хорошо, за тобой сидят, класс, вот в зал приходишь, тебя узнают, дети как бы там, да, ты устаешь здороваться. А это дает какую-то дополнительную ответственность? Вот, типа, вот выходишь на ковер и вот думаешь, вот за мной сидят там условно дети, то есть я для них вот такой вот пример. И как-то на тебя это давит вообще? На меня это перестало давить в определенный момент. Не могу сказать точно в какой. В детстве я максимально не любил, когда, например, родители приходили на соревнования. Вот тогда на меня давило это вообще. А сейчас, когда они приезжают уже в более взрослом возрасте, вот у меня прям, особенно после победы, чувство радости. Я понимаю, что сидят мои знакомые, друзья, родители, девушка любимая. И то есть вот этот моментик доставляет еще больше вкус победы. Ты не девушка, какой. А жена уже, жена. Кирилл. Ну, она же девушка. Надо же привыкнуть уже к этому, да? Ну, тяжело, тяжело. Кирилл, говоря вот о непопулярности борьбы, да, вот проводя вопрос, сейчас вот пока посмотрим видео одно, да, почему за борьбой перестали следить? А сейчас смотрите за борьбой? Сейчас смотрю, но в основном интереса такого нету, как раньше. Почему? Ну, потому что внутренние соревнования только. Внутренние? А вы не знаете, ну, наши спортсмены допустили. На отобрались, но лицензии очень мало, там 2-3 человека. Понятно. Ну, спасибо большое. Следите за борцами. Получается, что причина в том, что как бы у нас результаты слабые, то есть как бы лицензий мало. У нас всего там 2 лицензии, кстати, тебя в этом списке тоже нет. Скоро ответственный старт. Какие планы, Кирилл? Планы самые амбициозные. Задача минимум взять лицензию с первой попытки. Надеюсь, никаких проблем не будет. И все, собираем сумочку в Париж. Надеемся, что все будет хорошо и нас туда допустят. Прошлую Олимпиаду ты боролся, а ты не завоевывал сам лицензию. То есть ты по факту выиграл потом внутреннюю конкуренцию и поехал на Олимпиаду. А в этот раз ты в роли добывающего лицензию. То есть насколько эти ситуации вот отличаются? Отличаются. Отличаются. Тогда, в 2019 году, лицензию взял Коля Стадуб. Мы с ним в хороших отношениях. И меня в какой-то момент, когда я уже понимал, что я поеду на Олимпиаду, меня еще что-то коробило. И он один из немногих людей, который меня поддержал и сказал, типа, все нормально. То есть проблем у вас не было? Как да, было? Типа, все честно. И то есть мне это было очень приятно, но какой-то осадочек есть. Конечно, хочется конкретно по своей лицензии ехать, и надеюсь, в этом году так и будет. Василиса, вот ты, кстати, у тебя за плечами 3 Олимпиады. Что ты можешь сказать об этом старте? В женской команде всегда было так. Кто завоевал, тот поехал. У нас потому что выбора как такового там много нету. За моими плечами там спортсмена, конечно, мотивировали, говорили, если там с Василисой что-нибудь случится, или она заболеет, или ты возьмешь у нее 3 балла, там, например, не знаю, как поехать, там мотивировали, да. Хотелось бы поконкретнее, кто-то шанс. Говорил. А? Кто-то говорил. Наверное, тренер штаб. Я говорю, так говорили. Еще в 2012-2016 году именные были лицензии, нет? Нет, никогда именных лицензий в борьбе, кстати, не было. Не было. Никогда вообще не да, было. Вот, наверное, вот на сегодняшний день, как бы, да, это единственный такой случай именно для наших стран, что лицензия получается именно. Да. Почему? Не как а до бы этого, да, именно. Да. Ну, я имею в виду, и что как бы всегда, знаете, вот это вот предолимпийское время, да, вот эта вот суета, интриги, война за путевку на Олимпиаду. То есть, как бы кто-то взял, другой считает, что он заслуживает поехать. Даже, наверное, много ситуаций было, где доходило не то чтобы даже до драк, да, там. Ситуации бывали похлеще, если сравнивать в России, я могу много примеров абсурдные привести. Ситуации, да. Вообще, да. Абсурдные ситуации, когда там, ну, не будем говорить в частностях, как бы, но ситуаций были, да, много. У нас такого, наверное, прям не было, но в любом случае какая-то вот такая вот
Это особенное время, напряжение было. У нас тоже такое было, разве не было? У нас были ситуации перед Лондоном, были ситуации. Гайдаров, Гациев, что уж тут скрывать. Реально, серьезно, что человек приехал на Олимпийские игры, и у него в голове были мысли вообще не об Олимпиаде. Он стрессовал, потому что это очень классно на самом деле, что у тебя с Николаем Садубом вот такая ситуация сложилась, да, особенно ты чувствовал вот эту вину немножко, как будто бы, да? Осадочек, ну, да, на такой, самом деле так и было. Конечно, ну вы работаете вообще с психологом, вот ты сам. Я знаю, что ты привлекаешь дополнительные ресурсы там, в виде там, помощи в организации питания, там, и спортивного питания. И, как мы поняли, и массажиста ты используешь там, стороннего, певта, не знаю, гипноз, таро-расклады. У тебя какие-то есть обряды, скажем так, перед выходом на ковер, я не знаю. Ну, вообще, с подачи Ванессы Кладинской она меня замотивировала. И познакомилась с девчонкой. На прошлой неделе ходил к психологу, она с ней училась. Мария, прекрасный человек, хорошо поговорили. Пока решил прекратить, ну, не продолжать. Ну, вопросики определенные в голове появились, и это прикольно. До этого был мега неудачный опыт с психологом, после которого я, ну, чуть-чуть расстроился в психологии. А тут уже вот, типа, зная биографию Ванессы и что она сейчас творит. А ты решил просто попробовать условно сходить к психологу? Или ты как-то сидел, думал долго условно там и вот сделал вывод, что тебе нужен психолог? Вообще был, да, посмотрев одно интервью Ванессы, не помню какое точно, она рассказывала, что она прям закончила, получила образование по специальности психолог. Да, кстати. И потом при встрече вот, просто спросил, был определенный ряд вопросов к ней. И по восстановлению, по психологии, и она вот настоятельно рекомендовала попробовать. Ну, если мы разговариваем про Олимпиаду, вот пережили, наверное, я почему про психолога, наверное, сложно было пережить этот момент, будем выступать, не будем выступать, да, на вот условия сейчас не самые лучшие, стартах, да? Сейчас то же самое. Мы вроде бы спортсменов допустили на Олимпиаду, но мы вот в Инстаграм видели фотографию Садулаева, у которого есть шенгенская виза, да, есть разрешение Международной Федерации Борьбы, но на чемпионат Европы, там, на границе Румынии его не пустили. Вот для меня был шок увидеть такую фотографию такого знаменитого спортсмена, да, который сидит, как называется это место? Отстойник. Ну, если так говорить простым языком, это как бы отстойник, когда... На самом деле, я вот смотрел эту фотографию, даже было как-то, знаешь, неприятно, да, наблюдать эту картинку, учитывая, что человек – это один из, скажем так, героев борьбы, можно сказать, лицо вообще, в принципе, мировой борьбы, наверное, всей. Вот есть какое-то такое общее собирательное слово? Негласный кодекс. Негласное, да? И вот, кстати, вот Кирилл, ты немножко оттуда выпадаешь, да? По картинке, которую мы видим в Инстаграм, например, по твоей любви, я не знаю, это любовь к публике или что, или там, например, тебе не хватает внимания, тебе вот никто мы возвращаемся к началу, да? Тебе Вероника не уделяет внимания, поэтому ты ее бросаешь в бассейн в свадебном платье. Расскажи вообще, как в твоей голове родилась такая затея, как Вероника вообще согласилась на это? Ну, все очень просто. Я, когда делал ей предложение, это было на чемпионате Беларуси. Хорошо помню этот момент. Да, Мирза, кстати, помогал мне организовывать это мероприятие. Я после предложения, после того, как она согласилась, ну, как бы у меня это было запланировано, она не знала вообще. И про бросок даже она ничего не знала. Вот она у меня забрала 4 балла. И я ей дал вот полгода свободы, что она якобы мне выиграет 4 балла. А тут, после того, как мы узаконили наши отношения, я решил, что надо бы по-хорошему свои 4 балла забирать, а может даже и 5. Ну, допустим, 4. И тут по бросовским канонам 4-4 я выиграл по последнему действию. А так, в семейной жизни у нас полное равноправие 4-4, но все равно главное я. По последнему действию. То есть ты даже девушке не можешь уступить? Ну, это амбиции получаются. То есть как бы у тебя амбиции не позволяют даже жене уступать, правильно? Не, в каких-то моментах приходится уступать уже. Ну, не в борьбе. Ну, не на камеру. Ну вот тогда вернемся к вот этой медийности. То есть ты понимаешь, что в наше время достаточно важно, да,
ты про это уже говорил, где-то популяризация через продвижение своего личного бренда, да, то есть самого себя как бренда, выступать на какой-нибудь медийной площадке, ты, я так понимаю, выбрал Инстаграм, да? Ну, на самом деле, я не считаю себя мега-активным пользователем Инстаграм. Mm-hmm. И у меня много мыслей, которые я не могу еще реализовать. Ну, чуть-чуть вот все равно пока что в сторону спорта как бы больше у меня глаз как-то смотрит. Но я стараюсь. А так, да, основная площадка сейчас Инстаграм. Вот надеюсь, что сегодняшним приветствием мы, возможно, выйдем. Возможно. Кстати, вот Кирилл, вот, возвращаясь к теме разноцветных борцовок, носков, причесок, да, на самом деле очень много критики, ты сам, я думаю, не секрет для тебя, как будто ты это знаешь, и мнения бытуют разные, да, кто-то там может тебя условно раскритиковать, а кто-то наоборот на это смотрит положительно, ну что, как бы это дополнительное вот, привлечение внимания к борьбе условно. Ты вот расскажи, вот, например, возьмем Садулаева, да, Василий сказал про кодекс борца, Садулаев, как бы он такой вот подходит идеально именно про вот, если брать постсоветское пространство, да, именно вот сюда. Скромный, условно немногословный, делая свое дело, да, как бы. Не носит ярких вещей, да. А если взять, допустим, Запад, да, берем Фрэнка Чамиза. То есть как бы такой вот эпатажная личность, яркая, то есть как бы такие же видео, кстати, как у тебя, условно, бросок жены в бассейн, у него было там с девушкой, по-моему, на кровати, он где-то бросал, там что-то такое было, и таких примеров у него много бывает. Условно, внешность, любит он одеваться и так далее. Ты как-то у него посматривал это, условно? Я просто других личностей, таких эпатажных, в принципе, не знаю, знаешь, в борьбе, кроме если брать только Чамиза. И кто тебе ближе, Садулаев или Чамиза? В плане имиджа Чамиза, в плане борьбы, ну, конечно, стремиться к достижениям Садулаева, но там... Нет, мы сейчас говорим конкретно именно про имидж. Мы говорим условно там... Ну, я скажу, что мне не все нравится поведение Чамиза. Я бы прямо его не копировал. И я... Ну, может, это было как-то... типа он какое-то зерно когда-то посеял у меня в голове, но я бы не сказал, что я... То есть все-таки он повлиял на тебя, получается? Возможно. А прическа была у Чамиза когда-нибудь? Кучерявый был, по-моему, да? Я не помню, кстати. Я помню, что в Рио он был еще с очень короткой прической, а потом у него были там чуть ли не... как дреды какие-то такие, ну... Был такой период у него, да, был. Не, у него какие-то типа как вот дреды, что-то такое вот было у него. Он своему имиджу как-то соответствует и на ковре, знаешь, у него борьба такая тоже вот. Манера борьбы, там подсечки, где-то расслабленный. Отдал ногу по залу, забрал ногу, другую. Там, забрал еще. Другую, сделал подсечку, условно, да. Как бы, а твой имидж подходит твоей борьбе? Думаю, ну, я во время борьбы об имидже вообще не думаю. То есть, и я искренне верю, что люди, которые меня критикуют, говорят, что схватки не выигрываются разными борцовками и прическами, я искренне верю, что... Надеюсь, что они понимают, что я это тоже понимаю. И я там, ну, вместо тренировки не иду себе делать прическу или выбирать борцовки. Ну, я стремлюсь не проигрывать вообще в целом. Но я не думаю, что создаю себе образ непобедимого человека. Я стараюсь создавать образ человека, который получает удовольствие от жизни, независимо, нахожусь я на ковре или живу обычную жизнь. То есть я искренне к этому стремлюсь и, ну... На вот такую критику всегда с улыбкой как-то у меня первая реакция. А ты бы надел разноцветные борцовки? Ну, я, наверное, на самом деле не одел бы все-таки. Наверное, у меня вот это вот немножко сидит, знаешь, вот это вот кавказское, именно когда есть все-таки, вот как ты сказал, кодекс борца, да, которому надо следовать. И не то чтобы, наверное, меня волнует сильно мнение окружающих, а вот именно, ну, я, наверное, так вырос, я так воспитан, что как бы... Мне больше подходит какая-то классика, то есть во всем. Консерватизм. Да. Это вы тоже по классике. У тебя же они, скажем так, не родные кучеряшки. А это вот до секретной информации. Прикинь, он делает химию. Даже я ни разу, не один раз делала химию. Ужас. Да. А я ни разу не делала химию. Ты делал. Не делал это химию. Не твои. Я после без камер скажу, что делал, но это не химия. Ладно, другим словом, американским называется. Какие-то. Кстати, вот говоря об имидже, да? Вот... Василиса, я думаю, она запомнила своей походкой, выходом на ковер, как бы. Василиса, это как-то вот
Ты это как-то вот готовила, эту походку, да, или ты случайно получилась? Репетировала дома, стояла перед зеркалом, думаю, как я буду выходить на ковер. На самом деле, кстати, на первую Олимпиаду я ехала, мы ходили к психотерапевту, мне Юлия Раткевич познакомилась с девушкой на Калиновского в общежитии, где есть медицинский центр, да, принимала психотерапевт. И у меня было задание каждый день, там до Олимпиады, условно месяц, ходить, выходить на площадку спортивную, подниматься, становиться, представлять перед собой весь зал. Ну и дома бывало, да, что я выходила. Но специально там тренировать, это как я хожу, у меня такого не было. Я думала, вот, когда ты сказала репетируешь, я думала, что ты шутишь. На самом деле я приехала на Олимпиаду, и все было, как я в моей голове и было, представляете? Вот люди часто не верят в это позитивное мышление, но это работает. Просто сложно себя заставлять каждый день одно и то же делать. И имидж твой не только там во внешнем виде, но в общении решает с судьями даже часто. Кирилл, возможно, ты сталкивался когда-нибудь с предвзятым судейством или наоборот, тебе пытались помогать? К тебе судьи лояльны вообще? Ну, вообще, тоже это с детства во мне заложено, что какой бы ни был исход схватки, надо уважительно относиться к судьям. Я стараюсь этого и придерживаться. Наверное, есть у меня в карьере пару моментов, когда за что мне стыдно, но там нету ничего такого критичного. Там были какие-то попытки не пожать руку, уход, там какое-то... То есть неспортивное поведение? Попытка сделать замечание судье, за что мне искренне стыдно. И также в моей карьере были моменты, когда меня и заслуживали в мою сторону и в обратную. Вспомнишь какую-нибудь самую такую интересную историю, связанную с судейством в твоей карьере? Или, может быть, нелепая, может быть, интересная, вот, знаешь, вот. Есть схватка, после которой я чувствовал себя ослом. Это был, какой-то был год. Это, наверное, был 2020 год. Первенство республики до 23 лет проходило в Республиканском училище Олимпийского резерва полуфинал. Я борюсь с Ильей Лавриновичем из Гродно, парню, которого много раз с ним боролись, и выигрывал, и проигрывал. По ходу схватки мы сразу с ним обменялись 4-бальными действиями, и потом там еще было несколько завязок. Итоговый счет 7-7, я набираю последние 2 балла, и у нас качество действий 4 балла, 2 балла и 1. 7-7 одинаково, и я считаю, что я выиграю по последнему действию. Схватку судил он, самый крутой судья у нас, Валентин Сюрджин. И он, то есть табло старое, да, табло старое, мы к нему подходили, разговаривали на тему, табло старое, и там не показано, кто выиграл. То есть, или даже видеоповторов не было? Все было вообще, и у меня на камере, у меня до сих пор даже на телефоне схватка. На телефоне, а у нас съемка была? Все было, и он ну, типа, 7-7 счет, я искренне считаю, что я выигрываю. Но у меня уже схватка как-то самбурно пошла, я думаю, не, все, надо остановиться. Я последнюю минутку, я защищаюсь, он атакует. То есть он тоже думает, что он проигрывает. Все, схватка заканчивается, он просто собирает комиссию всю. Такой, типа, ребята, типа, ну, тут там что-то было замечание, я вышел за ковер, мне дали предупреждение. По предупреждению, типа, я проигрываю. И все, ему поднимают руку сопернику. Я такой думаю, блин. Пипец. И вот у меня чувство, что я не выложился. Какая-то необъективная судейская типа оценка для меня. Ну, то есть, по-моему, табло даже подсвечивало, что я выигрываю. Ну, то есть, это все так перекрутили, и по итогу я проиграл. Ты проиграл? Да, я такой думаю, ну, блин. Там ты руку не пожал? Не-не-не, это не тот момент. Вообще, во взрослой борьбе ни разу, ну, не помню, за что себя могу такое. Кстати, вот еще такой интересный момент. Говоря уже о той критике в твой адрес, да, которая, ну, имеет место быть там, и так далее. Вот ты так, знаешь, вот ты так ворвался во взрослую борьбу на индивидуальном Кубке мира, да, вот в Белграде это было, где ты выиграл так досрочно. Ну, ты выиграл, в принципе, всех топов, начиная с первой схватки, там, да, фамилии такие, как Датунашвили, в финале вообще Чаквитадзе, олимпийский чемпион, действующий, 8-0. Я знаю, была интересная ситуация за ковром, когда Мамиашвили к тебе подошел, захотел тебе пожать руку, покажите мне этого парня, который запустил в космос олимпийского чемпиона. Была такая история, да? Да, расскажи, да, про нее, пожалуйста. Мы уже, это уже двое суток, наверное, после победы прошло, мы вылетали. А, то есть это было не сразу? Не сразу, не сразу. А. Это было в фойе гостиницы, мы уже вылетали, выезжали в аэропорт. И на одном автобусе команда сборной России и команда сборной Беларуси. И Михаил Герозеевич, проходя мимо нашей команды,
меня сразу не заметил и такой, типа, развел руки и говорит, ну, покажите мне этого, типа, чувака. Белоруса, да? Да. Все, подозвал меня ко мне, пожал руку, было приятно. А звездной болезни не было? Может, какой-то определенный этап? Наверное, нет. Наверное, нет. Возможно, этому поспособствовало, что, опять же, напряженная ситуация такая. Лицензия у Колиста Дуба. Я тут выиграл Кубок мира. Полгода до Олимпиады. Неопределенность. Там уже через месяц... А не было мысли, что вот я выиграл индивидуальный Кубок мира, и я как бы заслужил должник? Я очень серьезно отношусь к внутренним стартам. И у нас по традиции, которую мы в этом году прервали, всегда в начале года чемпионат Беларуси. Я понимал, что чемпионат Беларуси будет играть ключевую роль. Василиса, а ты знала Кирилла до индивидуального Кубка мира? Ну, для меня не было такой новости, что, блин, вау, он выиграл. Я всегда знала, что греко-римская школа у нас очень сильная. Но для меня было удивление, что как бы он выиграл вот так вот ярко, знаешь. Да, у него этот прием всегда был боковой, ты точил всегда. Но вот прямо, чтобы выиграть 8-0 в финале олимпийского чемпиона, выиграть до этого Датунашвили досрочно. Удивляюсь, Мирза всех знает, реально. У него в голове хранится информация про многих борцов. В принципе, с детства уже не было выбора другого вида спорта, кроме как борьба. То есть я уже не ходил на борьбу, но я умел делать некоторые приемы, там, лампочку, то есть ноги проходить, там, накат знал, что такое. А когда я попал на борьбу, там, уже понятно, с детства была мечта мне, как бы, наверное, это больше от отца шло, что вот я должен стать олимпийским чемпионом, как бы я этой мечтой жил. И такой интересный случай расскажу, да, вот я учился уже в Минске, на Малиновке, на Рафиева, гимназия такая была, альтернатива. Я на тренировке ездил на Пушкинскую. На Берута. Я ездил на маршрутке, шел на ставку, маршрутке 4 единицы. 1-1-1-1. Как Василиса говорит, энциклопедия. Но я знал всех самых титулованных спортсменов, понимаешь? Я знал, что у Александра Васильевича 3 олимпийских золота. У Буайсара Сайтиева 3 олимпийских золота. Я знал, что нету четырехкратных. И я вот смотрел на эти 4 единицы и представлял, что вот прям вот каждый раз я садился в эту маршрутку, ехал на тренировку, я себя этим мотивировал. То есть как бы вот такая вот интересная история. Ну, к сожалению... Не суждено мне было. Ну, надеемся, 4 золота ты в руках. Надеюсь, 4 золота. Сейчас вот сейчас вот, да, наша команда поедет, 4 золота привезет, и вот когда-нибудь я возьму 4 золота вот эти, да? Будет, мне кажется, будет втройне приятнее, понимаешь, сегодня. Кирилл, ну, конечно, я так поняла, у тебя таких кумиров прям вот старой школы нету, не смотришь. Смотрю, реально, много смотрю, школы, очень нет. Много за многими борцами следил, и, ну, вот, наверное, максимальное количество схваток, которые можно на данный момент найти сборной СССР, ну, надеюсь, что я большую часть посмотрел, вообще, ну, интересная борьба, а есть несколько примеров, когда я смотрел видео какого-нибудь советского борца, а потом знакомился с ним лично, и пересматривает схватки, ну, по-другому на эти схватки смотрел, вот это прикольно. А так, ну, кумиры, ну, я, мне кажется, не до конца понимаю слово кумир, вот, мне кажется, в этом вся проблема. Но... Давай так, топ-3 лучших борцов греко-римского стиля, по твоему мнению, за все время? За все время, со всех стран. Вообще. Со всех стран абсолютно, мировая борьба. Со всех стран. Мне... Очень, именно тебе очень нравилось вот Манучар Квиркели, олимпийский чемпион Пекина. В 2008 году 74 килограмма стал чемпионом. Знаю про него смешную историю. Не знаю, правда, правда или неправда. Не слышали ничего уже про него? Уже интересно, нет? Он выиграл Олимпиаду. Ну, он после этого боролся. Ну, значит, это, скорее всего, неправда. Он выиграл Олимпиаду. Ему дали $1 миллион. Ну, там обычно федерация там дала ему $1 миллион. Богатая федерация. И он такой, типа, ну все, типа. Давайте. Завязал борьбу. Но еще в Лондон пытался отбираться. Пытался отбираться точно. Так. Как пошутить. И, ну, вообще, очень симпатизирует его биографию. Угу. Когда никто от тебя не ожидает, ты добиваешься таких результатов, ну, это что-то нереальное. Это с Пекина два человека у меня, да? Ты назвал два человека, которые завоевали медали Олимпиады в Пекине. То есть ты, получается, настолько запомнился Олимпиада тебе это? Да, во-первых, это, опять же, первая Олимпиада, которую я смотрел, хотя я начал заниматься борьбой уже после ее.
Но опять же, на этой волне что-то можно было еще посмотреть. А помимо борьбы, что тебя зацепило там? Открытие. Открытие на досуге иногда пересматриваю. И я так понимаю, что это одна из самых... даже не уверен, что до сих пор по бюджету побили эту Олимпиаду. Вот сколько было вложено в Китае денег, у нее сколько инфраструктуры было построено, там сколько было... Василий, если не ошибаюсь, это самая успешная Олимпиада для нашей сборной? Пекин. По-моему, это самая успешная в истории Беларуси. Ну, для борцов нет. Кирилл, слушай, но вот сейчас на открытие новость пришла новая. Читал? Прилетела, что на открытие белорусских спортсменов не пустят. И Россия. А, да-да-да. Честно, я чуть-чуть свое мнение изменил. Если до чемпионата мира у меня спрашивали, как я отношусь к тому, что мы будем без флага, без гимна, как бы вот на этой ажиотаже, что нас вообще вернули, казалось, это такая радостная новость, то после чемпионата мира и чемпионата Европы, ну, на самом деле, такая неприятная осадочек такой неприятный, что вот мы без флага, без гимна. Кого было Ири Курочкина и Ванесса Колодинская вообще стоять на пьедестале, когда играет не гимн? Ну, наверное, это не прикольно. То есть, как бы, вот представь, у кого-то мечта всей жизни попадает на Олимпиаду, ему говорят, на открытие. Ну, насколько это может повлиять вообще на результат? Или уже все привыкли? Не знаю. Я проиграл в Токио. Возможно, я проиграл, потому что я не был на открытии. Ты позже приехал или ты просто не пошел? Мы и позже приехали, и думаю, что если бы попадал на дни открытия, я бы, наверное, не пошел, потому что весогонка, экономия энергии. Ну, такой спорный момент. Не знаю, возможно, с кем-то советовался бы даже. Тяжело. Но искренне хотелось бы попасть. Хотя в Токио она была не такая яркая, конечно. Сложно вообще про эту Олимпиаду что-то сказать, потому что времени мало осталось, а ответов как бы там, точнее вопросов все больше и больше, а ответов все меньше и меньше. Вроде как все идет к логическому нашему участию там. Надеюсь, все. Ну вот если, Кирилл, ты приедешь, и как Садулаев, окажешься на границе, и тебя не пустят. Я уже думал об этом. Вот надо запасик это делать, если что, наземную границу пересекать, а не через аэропорт. Надо попасть в Евросоюз и потом на машинке куда-то заезжать. Хорошо, попал на арену, а там тебя не пускают уже бороться. Это уже тогда пистолет надо с собой брать какой-то. Если я сгоню вес и меня не допустят, я не знаю, что будет. То ты можешь поехать на игры БРИКС и Всемирные игры дружбы. Ну, вес же не буду держать 3 месяца. Это придется набрать его и опять сбросить. После Олимпиады в Токио главного тренера команды вашей убрали. И основная причина проигрыша считалась. Я даже была на заседании президиума тогда. Большие весозгонки. Вот. Я знаю, что и сейчас ты немало гоняешь, да? И не считаешь, что ты раньше неправильно гонял? Или вот почему ты считаешь, что сейчас ты тоже много гоняешь, и у тебя опа и получилось? Кстати, ты пробовал еще переходить в 97? Пробовал. Не знаю, насколько ты хотел там закрепиться условно, или это была просто такая, знаешь, минутная попытка, и вернулся обратно? Ну, 97 нет. Это были точечные старты, просто чтобы давать организму отдохнуть в межсезонье. А весогонки? По весогонке я кардинально вообще изменил отношение к весогонке. У меня сейчас есть в моей команде человек, который отвечает прямо за весогонку. Я сейчас даже не питаюсь в стайках, не питаюсь дома. Я заказываю еду с определенным калоражем. У тебя есть рацион, ты составляешь свой, тебе помогает человек составлять рацион, и только за счет этого у тебя получается сейчас, и ты считаешь, что у тебя получится. Все это сопровождается постоянным наблюдением специалиста, сдачей анализов, водный режим. То есть настолько все уже отработано, что... Ну, то есть проблем у тебя нет в последнее время с физогонкой? Но по результату пока не видно. Что нет проблем? Да. Ну вот какой ты стал сейчас на Европе? Третий. Два эти спортсмена, которые перед тобой уже отобрались на Олимпиаду? Да. Да? То есть считай, ты следующий с Европы, может Кстати, быть, и твой надеюсь. Оппонент, да? Говоря лицензионный турнир, кто остался из основных соперников в Хистане? Нет, кстати, чемпион не отобрался на Олимпиаду. Это первый стартовый за Сербию был. Точно. Ковров только перешел. Да. А так хватает еще ребят, которые могут палки в колеса поставить. Это вот Комаров,
за Сербию. Не знаю, будет он бороться на лицензии или нет. Не знаю, там, что у него с документами. Не так сильно близка греко-римская борьба, я хочу сказать. Но когда есть яркие персоны и такие яркие победы, как у тебя там на Кубке мира, то действительно всегда потом интересно смотреть. Ну, важно, наверное, эту тонкую грань, да, держать и... Как ты правильно говоришь, хотя многие успевают, да, делать и Инстаграм вести, допустим, и тренироваться, быть великими спортсменами, если мы возьмем пример с Америки. Скажем так, очень знакомое мне направление ММА. Да. Затронем немножко эту тему, да? Если ты не ведешь соцсети. Если ты не ведешь социальные сети, если ты не активен в социальных сетях, у тебя нету подписчиков, ты не умеешь, скажем так, делать трешток, вызывать. Все знают, что это искусственно накаляется, условно, да, там ажиотаж к бою, ты там трешток, условно, но без этого тебя не рассматривают. Выигрываешь ты всех подряд, условно, да, выигрываешь ты досрочно, выигрываешь упадет. Красиво, тебе не дают титульный бой в UFC. Как бы оправданная история, оправданная. Почему? Как бы коммерческая история, да? Это бизнес. Это бизнес. Насколько, я думаю, нам это очень сильно не хватает, на самом деле. Ну, в рамках разумного, как бы, нам этого не хватает. Как ты говорил вначале, что все спортсмены должны нести ответственность за популяризацию вида спорта. Если взять условно из наших спортсменов, выделим, наверное, Кади Магомедова, который немножко окунулся в эту тему. Он там рядом с командой Хабиба, где-то на сборах с Исламом Махачом. И он этой темой пользуется, условно, история с Борозом. Схватка не состоялась, но шума сколько было. Ты бы хотел попробовать в боях? В боях на данный момент нет. Ну, тебе звонит завтра Дана Уайт, вот ты представь, Олимпиада, ты выигрываешь. Тебе звонит Дана Уайт и говорит, Кирилл, контракт на $1 млн. Сколько боев? Какая весовая? Весовая категория? Я тебе даже скажу, какая весовая категория. С твоим весом тебе на раз 77 килограмм. Я скажу, Дана, спасибо. До свидания. Мне мороженку можно заказать. То есть тебя деньги не мотивируют? Не знаю, я знаю точно. Ты понимаешь, что это другая слава? Понимаю, другая слава. Я знаю точно, что я в данный момент занимаюсь борьбой, не чтобы заработать денег. То есть ты борешься за наследие? В данный момент меня не интересуют деньги. Не знаю, за наследие или нет, я хочу заниматься тем делом, которое мне в данный момент доставляет удовольствие. Почему я затронул тему ММА? Я знаю, что ты следишь. Очень так внимательно, скажем так, отслеживаешь некоторых спортсменов, я знаю, там, кто тебе симпатизирует вообще, в принципе, вот UFC? Или вне UFC, другой организации? Как боец? Ну, сейчас меня Кавказ захейтит, потому что мне симпатизирует Амели, это Нефер. А кто такой Нефр? Вот, кстати, говоря об имидже, то, что я говорил, да, когда у тебя имидж, но ты выигрываешь всех. То есть это вот тот самый пример Амели, то есть как бы там... Кто такой Нефр? Нефр? Неформальный человек. Нефр, который, да, вот живет неформальной жизнью, скажем так. Вот у него были специальные, первый раз в истории UFC, розовые лосины на бой. Тайцы, шорт-тайцы. То есть как бы он такой пропагандирует образ жизни, там, условно, там, не очень хороший, скажем так, не спортивный. Но выходя в клетку, он показывает, на самом деле, уровень, очень высокий уровень бойца. Я его не внешний вид оцениваю, я его оцениваю навыки. Его. Просто, ну, космический чувак. У него там тайминг есть, он там выкидывает руки, пользуется своими длинными руками, а выглядит вообще максимально не как боец. А как ты относишься к Конору? Я посмотрю на него. Я из-за Конора, мне кажется, я начал... интересоваться мамой. Вы, кстати, у нас сейчас блиц небольшой. Многие ответы уже понятны. Карелин или Лопес? Карелин. Курочкина или Колодинская? Колодинская. Борода или лысина? Борода. Хайп или скромность? Хайп. Белаза или Джили? Я по Джодину живу. А, хотя там и Джили. Вот так вот. Кто предложит мне машинку? Даже на Белазе буду ездить. Ждем предложений. Ну все. Нет, у меня еще один вопрос. Давай. Я знаю, что ты из Борисова. Батэ или Динамо Минск? Батэ. Вопросики. Динамо Минск. За своих только болеет. И $1 млн или олимпийское золото? Олимпийское золото. Ну, мне кажется, неплохая беседа у нас получилась. Пожелай что-нибудь ребятам. Напоследок. Людям, которые будут смотреть наш подкаст. Надеюсь, нас посмотрит много людей. Я, пользуясь случаем, хочу пригласить всех любителей борьбы. И если вы еще не любители борьбы, становитесь любителем борьбы, обязательно приходите на наши старты, подписывайтесь на Instagram
Белорусской Федерации борьбы. Следите за новостями и встретимся в зале. В свою очередь тебе, Кирилл, удачи. Желаем тебе взять лицензию с первого Европейского олимпийского квалификационного турнира, чтобы ты и дальше удачно выступал на Олимпийских играх. Да, и удачно всегда согнать вес, чтобы это не было как-то бесполезно. Да, и чтобы ты мог смело есть мороженое. Мороженое – это любимая вкусняшка, 100%.